очень активно действует Истый спутник, и это определенные дивиденды приносит. Видите, в отбор вдвоем. Ой, опаснейший момент, а! Да, вот так или иначе, наверное, наиболее опасный по первым минутам матча эпизод. Удача была на стороне нашей команды. Любопытно, да, что защитник оказался на острие атаки ладьи, а вот опасно! И ух как! Поднять шайбу над располоставшимся голкипером. Какова была сверхзадача в эпизоде? Ой, опасная шайба в воротах с добиванием. Пара защитников доминирует по игровому времени, причем 16-летний Руслан соперников, но не получилось. С точки зрения исполнения, довольно такой неплохой отрезок Лотов с партнерами в большинстве провели в чужой зоне. Ну, видите, добиться результата не получилось. А сейчас отличнейший момент. А, какой прорыв к воротам. Вот сейчас набили очень неплохо в Саратове. Другое дело, что там произошла смена тренерского штаба. Ой, какой неприятный момент, и шайба в ворот. Это опять, я думаю, вы обратили внимание, друзья, это звено Сизикова опять. Наводит шороху. Ой-ой-ой, и тут пытается миниатюрного форварда спутника затолкать. Повторюсь, лидер по игровому времени у автозаводцев Садрединов, защитник, как раз 16-летний. Опасный момент у ворот Насырова. Какой момент? И как шайба там не заходит в ворота, остается только гадать. Вот, смотрите, началась там рукопашная, арбитрирование спутника. О, шайба в воротах, вот так, неожиданно. Ну, надо, да, надо почаще бросать, на самом деле, друзья. Отправляется шайба за ворота. То есть передача вдоль бортика и бросок. Ой, шайба в воротах! Надо же! На ровном месте получили себе неприятности. На пятаке перед воротами Забродина. И в той ситуации объем черновой работы выполнил к шелковому пути. Там, мягко говоря, не до эксперимента. И шайба в воротах. Вот так вот, дорогие друзья. 3-2. Тут шайбы. Надо отдать должное все-таки центральному нападающему. Спутника. И вновь, видите, Галимов подъезжает на помощь своему партнеру. Опять действует цепка. Центральный нападающий отбивает шайбу. И не сравнивает счет все-таки кисты спутника. По отрезкам матча, как вы знаете, в случае, если счет останется на табло неизменным, будет назначено дополнительное время. Опасный момент и... Ух как! Сейчас в каких-то, наверное, я не знаю, сантиметрах, миллиметр, конечно же. А Вакумов начинает атаку своей команды. Такой диагональной передачи на дальний от нас бортик. Ну, расставляется кисть из Альметьевска. Блокирует автозаводцы бросок. Ну а как? Надо перекрывать уже своими телами путь шайбы в ворота. Отбивает опять Забродин. Овертайм искать своего счастья. Так, 4-3 в таком формате продолжается у нас. Потому именно 4-4 команда играет. А вот это может быть опасно. Да, вы знаете, вот не менее трех хороших возможностей. Надо отрабатывать теперь. Да, в отборе, видите, 2-1 пошли. И добивание получится. На этот раз Забродин выручает. И опасный может быть момент. То и дело атаки сходу трибуны, то вы поймете, да? Бросок.
А гробовой тишины нет. Вот так вот. А Кружнов. Да, вы видели этот буллит. Пономарев бросился в ноги 16-летнему форварду голкипер гостей, но тем самым лишь спровоцировал на более хитрые действия Пономарева и уже пустую рамку бросал.